В досуговом центре «Садовники» ребята посещают занятия в фольклорной студии «Росинка». Здесь в форме песен, танцев и рассказов можно узнать много интересного о традициях русской культуры. В этот раз участники смастерили домики из бумаги. Наше занятие состоит из трех частей. Первая часть, когда дети с родителями приходят на наши занятия, мы с ними изготавливаем что-то своими руками. Вторая часть наших занятий, мы поем песенку. Например, мы делали поделку петушка. Соответственно, мы поем песенку. Петушок, петушок, золотой гребешок, масляная головушка, шелковая бородушка и так далее. Потом мы играем петушка, да, одеваем маски петушка, танцуем весело, разыгрываем театральную сценку, поем песенку. И так каждый раз у нас занятие меняется.